томат восход. Низкорослый куст высотой 50, ну, до 60 сантиметров. Плоды, как видите, красные, круглые. Растут такими кисточками по 4-5 плодов. Вот такая вот гроздочка. По сроку созревания ранний этот томат. Вот у него такая мякоть, трехкамерные плоды. Плотная, сочная, красивый. Хорош для консервации, для транспортировки дальней, на рынок возить. Ну и вот вес, давайте посмотрим по двум частям. 102 грамма. Плоды по 100 грамм. Ну вот гронка 378. Ну вот этот плод поменьше, ну типа около 100 грамм. 4 плода почти 400 грамм. Не болеет вообще, на листьях нет никаких, на плодах, на листьях нет никаких признаков болезней. Помидорки висят очень долго, это уже, можно сказать, передержали мы их, потому что не успеваем, большая площадь, не успеваем все собирать. И вот, несмотря на это, где-то уже дней 10 он висит, созревший, не опадает, хорошо хранится. Неплохой помидорчик, новинка, мне понравилась, буду сажать и в последующие годы. Вам также советую этот помидор посадить. Восход. Приобрел я его в Киеве на рынке, на станции метро Лесная. Там мне его очень советовали. Я еще сомневался, брать его или не брать, но все-таки взял. Пакетик был из 10 семян, стоил он что-то в районе 50 гривен, очень дорого для 10 семян. Ну, сорт действительно достойный, плоды хорошего качества. В открытом грунте вообще просто бомба. Для тех, кто хочет засадить свой, есть для тех, точнее не так, для тех, у кого есть огород и хочет заработать деньги с продажи плодов, вот берите восход, сажайте, будете его продавать на рынке. Он плотный, долго будет лежать, если вы нарвете много плодов, не успеете их продать. Хотя я думаю, что они продадутся очень быстро, потому что плоды классные, плотные, красивые. Вообще никаких прожилок нет. Мякоти, вот смотрите. Просто супер мякоть. Вот так разрезать один, положить, показать. Люди будут брать его на консервацию, на томатный сок. Отличный. Помидоры с этого, в этом году в цене. Так что сажайте, не бойтесь. И начинайте заниматься выращиванием для продажи помидоры других культур. Все хорошо поднялось в цене. На этом можно заработать, ну, не сильно большие, конечно, деньги, но на какие-то расходы ваши будут деньги. Тем более, если у вас есть огороды, вы не знаете, что в нем посадить, как с него взять побольше урожая. Вот. Попробуйте посадить помидоры. Томат восход подойдет для продажи на рынке.